Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и прямо сейчас расскажу подробности. ТАСС со ссылкой на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сообщает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным, а его последствия пока еще трудно оценить. Также он отметил, что кризис может затронуть все сферы жизни мирового общества. Это уже можно видеть по вводимым мерам – изоляции, карантину, ограничению деятельности компаний и предприятий. Глава Счетной палаты подчеркнул, что у правительства страны должны быть полномочия для принятия всех необходимых мер. А контроль последующий всегда будет, рассказал Кудрин. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!